Ребята, всем привет, с вами Александр. Белая мгла нас ждет, а значит будут у нас непростые турниры сражений с кайнозойскими тварями. Итак, Уртинушка. Уртина Террий у нас здесь стоит. И тут даже не знаю, что его делать. Так, кого будем взять? Если я возьму... Возьму какого-то там Гасторниса, например, то он стопудово подменится. Давайте потом возьмем Гигантофию, допустим. И Мамонта, что ли, на всякий случай. Давайте так попробуем. Если бы у него там был какой-то там пещерный, да, то это интересно. Но ничего не будем делать. Он может тоже не подмениться сейчас, а подмениться на следующий ход. Так и подменился, подлец. Но подменился на последнего. На Динотерия. Это интересно. Так, ладно, давайте так. Там Типротодончик, там идет следующий. Так, села на задницу Гасторнис, точнее, и его величество Червячок появился. Раз, два, три. Один, может, конечно, мало, но... Хотя не хватит, у него было всего 3 балла, он подменится, останется 2 и сможет пробить меня только на 1, это хорошо. Ну что, хомяк, готов прочистить желудок? Даже вот так. Ну, какая высокая. Гигантофия. Гигантофия. 100% пробитие. Так, и хомяк переросток. На 4. Готово. Видел такой, короче, видосик, там, где было сравнение. Сравнение трицератопса с млекопитающими разными там. И там было много разновидностей мамонтов и много разновидностей динотерия. Потому что динотерии, они такие здоровенные. То есть многие динотерии были больше многих мамонтов. Победила. Гигантофия победила. Ну, конечно же, мы только начинаем играть. Сразу у нас начинается, как говорится, срачка, болячка и прочие дела. Все хотят динозавры убежать. Нет, нет, нет. Турнир у нас там на супер редке. Надеюсь, в воскресенье постримим. Так. Что делать с этими ребятами? 1600 он бьет, мало бьет на самом деле. Так, давайте возьмем гадючку. Он подменится на вот этого парня, скорее всего. Потом вот так и вот так. Давайте сразу откусим половинку. Вот так, у него 3. Мы готовы. У нас там была Гигантофия плюс Уртинотерия, теперь у нас была Титанобоу против Ингликоцера. Так, он сейчас опять, по идее, должен подмениться.
А, наверное, не будет. Мне таки подменился. И проатакует на 3. Давай. Гаденыш не проатаковал. Отлично. Идеальное пробитие. Арктодус. Медведь, тиранозавр. Видео такое на канале у меня есть. Так что посмотрите, кто хочет узнать про Арктодуса. Так, ну и у нас уже тут наполовину пробитый, так что, думаю, без проблем. Так, ну и давайте последний бой. Допустим. Допустим. Мамонт. Гиенодон. Тилокосмил, да, вот как-то так. Пойти. Ну давайте. Тевел бьет больно. Так, два удара я вообще выдерживаю или нет? Вот в чем вопрос. Так, блин, он мало баллов тратит, ребят. Сейчас меня проатакует. Ой, на 3 как из 5 будет больно. Не, на 5, молодец. Но у него на самом деле и выбора не было. Ему как раз 5 и нужно. Так. Подменится он сейчас на Индрикоцера, естественно. И мы его сейчас должны сразу забрать. Ну, блин, всего лишь на 1, гаденыш ты. Ну, на 4 надо бить. Готовенький. Так, и крысеныш. Прикольно, в Jurassic World Alive я крысеныша называю спинатораптора. А здесь я крысеныша называю Динотерия. Так. Фух, еле-еле. Все в притирочку. Тончайший расчет. Один шаг в сторону и проиграли. Так, ну, в общем-то, вот, ребятки, и все, что я хотел сегодня снять. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч!